Желаю всем здравствовать. Мы находимся на выставке InfoSecurity Russia 2016, и к нам пришел поэт Владимир Вишневский. Владимир Петрович, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, доводилось ли вам когда-то сталкиваться с злоумышленниками, хакерами, со взломами? Да, у меня однажды взломали почту, да. Ощущение было очень неприятное. Ощущение было, что твоя переписка, данные стали достоянием чужих корыстных людей, которые хотели за это денег. При этом они сразу пробили, кто я такой, чем занимаюсь, и сделали из этого опрометчивый вывод, что денег у меня много. Я обращался в компанию Mail.ru, которая через губу это все мне поправила. Я думаю, что у меня опыт не уникален, слава богу. Хотя я недавно вчера говорил с одним очень известным актером и телеведущим, у меня вообще база оказалась где-то в другой стране, а ему пришла база другая, возможно, и такое. Живем в эру IT-потрясений и высокие информационные технологии, которые только во благо, потому что давайте признаем, что интернет — это великое благо цивилизации, и трудно представить, что ты не придешь домой и не испытаешь счастья входу в собственную почту. Но тем не менее налог за это приходится платить вот такими потрясениями, и поэтому все-таки сегодня абсолютно невыдуманная отрасль — информационная безопасность, которая, как это ни звучит в этой обстановке благоглупо и банально, нужна и развивается. Это абсолютно насущная необходимость эры высоких технологий. Расскажите, пожалуйста, какими, может быть, технологиями вы пользуетесь? Там, смартфоном, планшетом? Смартфоном. При этом я во многом, что называется, если применять это как термин, лох во многом, непродвинутый. У меня даже был такой двустишие. Не настолько я продвинут, чтобы взять вот так и вынуть. Это я о мобильной связи. Мне доводилось на очень культурной программе защищать интернет как не источник разной грязи там или порнографии, а прежде всего как великую мастерскую для современного человека, великое подспорье. Когда кто-то из умных людей, эстетически более там высоких, чем я, что не трудно, говорит мне с таким эстетическим снобизмом: я не хожу в социальные сети, то я вспоминаю анекдот моей юности про неуловимого Джо, который скачет по саванне, и он неуловимый. Не потому он неуловимый, что его поймать не может, он нахрен никому не нужен. Это я не про своих собеседников говорю, а про то, что не надо относиться к социальным сетям вот через губу. Это фактор жизни сегодня, и удобство великое. Скажите, может быть, какой-то экспром можете сделать? Какой-то стих про компьютерную безопасность? Когда-то я написал двустишие, которое, может быть, когда-то был экспромтом, который воспринимает любая современная аудитория правильно. Невинности уж нет ни в коем разе. Любой из нас хоть раз пробит по базе. Обратите внимание, современные глаголы пробить, нагуглить — это все глаголы нашего времени. В целях улучшения обслуживания ваше общение с духовником записывается. Как вы оцениваете, может быть, распространенность, серьезность угроз, связанных с компьютерной безопасностью? Мы живем абсолютно в прозрачном мире. Мы видны. И это даже настолько все как бы в той или иной степени равны перед этим, что это уже как бы данность. Сейчас вот, говорят, как никогда были прозрачные там, допустим, какие-то процессы, выборы, например. Но, знаете, прозрачнее всего человек виден, когда он в клетке. Мы в одной общей такой клетке цивилизации, мы видны. Неприятно, конечно, когда великая тайна переписки и отношений не является больше тайной. Но сознавать это надо. Тотальная осторожность невозможна сегодня, невозможно все время это иметь в виду. Но есть такой термин немой — партизанин. Вот этот партизанин — выживание в городе, выживание в большом компьютерном мире, где одни только опасности, где любое удобство противовешивается соответствующей опасностью, это просто надо учитывать. Если ты информирован, значит, ты все-таки как-то вооружен. И вот такая выставка, вот такая вот движуха специалистов — это очень хорошее дело, я считаю. Наверняка все, кто сюда придут, если они, в общем, не дураки, а наверняка не дураки, они уйдут отсюда обогащенные какой-нибудь технологии, каким-нибудь лайфхаком. Вы как свою безопасность в интернете ощущаете? Вам комфортно пользоваться вот новыми технологиями, знаете, сетями? Там все мои запросы, все мои там чудачества по спорту, там все мои запросы как-то видны кому-то. Неприятно это осознавать. Неприятно осознавать, что ты можешь быть взломан. Наверное, я не представляю такого интереса для хакеров пока или уже. Умное пользование, наверное, с какими-то связями, опекой продвинутых людей не помешает никому. Владимир Петрович, большое спасибо, что пришли. Мы заканчиваем этот выпуск Биз ТВ. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами.